Итак, всем привет! Наша телестройка продолжается. Прошли выходные, на которых мы планировали провести тренировочные сессии. Но погода просто все испортила. Ливанул просто лютый ливень. Залило всю трассу. Это невероятная просто информация по поводу строительства первой инфраструктуры. В общем, здесь у нас будет... Завтра придут ребята, начнут заниматься... Какие приятные лица, какие красивые автомобили у нас будут появляться в городе все больше и больше. А все почему? Потому что у нас гоночный трасс.